Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан ЖК Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Не смейся, челлендж». И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайкусики, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы поставите еще больше лайков для того, чтобы... Так, а что ты там делаешь, ах ты ж говно? Надеюсь, то, что вы поставите больше лайков, и выйдет новая серия, которая будет еще немножечко смешнее. Приятного просмотра, чуряне первый, чуряне третий! Твоя мать! То есть какой я? А, я второй! Хорошо, я второй! Я второй! Не! Как-то задрот, это задрот! Хорошо, да, Эдисон, все с тобой понятно, все с тобой понятно. Понятно. Да, на старости лет совсем сошел. Совсем дебил, можно сказать. Дебил какой-то. Жирный пельмень. Вообще, непонятно, Юша, непонятно. Там не было понятно, тут не было понятно. Сына, сына, завтракать! Игорь, я бегу, бегу, бегу! Сына, 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 обедать! Сына, сына, ужинать! Так и сяк, пожрать охота! Я жирный, как пельмень! Какой сексуальный украинец, посмотрите на него! Ай, пузо, прям набил, можно идти вот сюда! Кто второй? Жирный, как пельмень! Кушай, 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 кушай. Спасибо, спасибо. Все, мне хватит, мне сейчас тошнит уже. Ребята, ребята. Друзья, вы готовы, готовы? Мы готовы, мы готовы. Конечно, конечно, давай, мы не рассмеемся никогда в жизни. Вообще, я... Так что, мы никогда в жизни не смеемся. Да. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Ой, как не стыдно! Как не стыдно! Уходим! Я хал другу, понимаете? Хао! Ааа! Дейнерис! Не все поймут, не все поймут. Не все поймут. Так, вообще-то не надо тут таких... Давай, Игорь, ты... Новая серия, заспойлерил все, заспойлерил. Какая новая, какая новая? Давай, давай, пошел. Пошел, пошел отсюда, Флэш. Пишите хэштеги. Извращуга Жека, пишите, пишите. Как не стыдно, как? Сказал человек, который пятую серию тыр-тыр-тыр. Тыр-тыр-тыр горит, тыр-тыр-тыр. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Ай, подожди, сейчас я добегу, а то пузо тяжелое. Это ты, да, мы готовы, мы готовы. Да. Я робот дал***, мне нужно танцевать. Я робот дал***, мне нужно танцевать. Я робот дал. Мне нужно танцевать. Можно поменьше мата. И он еще Жеке говорит, то, что Жека извращенец. Ну мы поняли, Игорь, да. Тот самый. Да, Игорь, Игорь. Так, это мясо, которое мне тут принесли. Так, уберите все мясо, потому что это запрещенные предметы. Хорошо, хорошо. Давай, Эдисон, покажи нам. Мне что-то надо показывать, да? Так, подождите, стоп, уже было вот две сценки с матами. Давай, Эдисон, последняя, максимум третья. Хорошо, что это он делает? Я знаю, что нужно делать, я знаю, что нужно делать. Это беги лес, который мы проводим. Да нет! Не ломай мои деревья! Посади обратно! Ничего не трогай! Так, подожди, говорит, мешай, он каким-то важным делом заебет, знаешь, человек грин... Заколебал! А, то есть я вас уже рассмешил, да? Ты уже все нормально. Что тут извиняешь, понимаешь? Я лесоруб, понимаешь, смотри. Все, успокойтесь! Подожди, подожди. Интересно, чем это все закончится? Да все, а дождь пошел! Хотя это хорошо, Greenpeace, Greenpeace. Так, все нормально. Что ты тут озеленеешь нашу цену? Тут у меня будет сказка, понимаешь? Будет сказка. Все, тихо! Всем заткнуться свои вот эти большие, большие зубами. Вот эти заткнули. Вот. Угу, давай, давай. В общем, начало сказки, да? Ага. Мне на день рождения подарили енота. Я со своим енотом пошел гулять в лес. Но вдруг енот от меня вот куда-то убежал. И я пошел его искать и нигде не могу найти его. И тут передо мной... Огромная просто, огромная поляна мха. Ищу вам хуенота, ищу вам хуенота, ищу вам хуенота. Где же мой енот? Ищу вам хуенота, вам хуищу енота. Нет вам хуенота, вот вам хуемнот, вот он, тут он перед вами, хуемнот.
тут матов, дебил! Ты вообще видишь? Вам хуем нота! Вам хуем нота ищу! Игорь, давай, ты твоя работа увидели, поехал! Давай, 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 на счет три! Твоя, твоя, Игорь, твоя, давай! Эй, Жеки, очередь! Деревья руби! Деревья руби! Что я хочу сказать? Мы готовы, мы готовы. Да что ты бегаешь так на место? Это мой пульт вообще-то был. Ну, ты мне, меня обжал, мне, ты мне вообще без разницы, понимаешь? Мне без разницы. Вообще-то это не голос, дети. Так что, Эдисон, не нужно, не нужно команде. Не нужно, не нужно. Все, все, я готов, я готов. Готовы? Мох да. Убери, мох. Раз, два, три, поехали. Давай, давай, давай. Перед вами самая красивая девочка на свете. Самая девочка... Кончита! Девушка... Кончита! Девушка! Кончита! Кончита, девушка! Кончита! 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 Что происходит? Кончита, Кончита. У нас не Евровидение, мы не будем нажимать лампочки за то, что... Ничего, мы убери свои вот эти причиндалы, убери, уходи отсюда, бородатая. Кончита! Кончита она. Пришла тут, испортила. Вообще-то нет, так вы готовы? Мы готовы. Подожди, подожди, нет, не готов, да, готов. Мы готовы, мы готовы. Да, мы готовы. Мы готовы, да. Готовы, да. Отдайте мое тело науке! Отдайте мое тело науке! Да, я изобрел, я изобрел! Посмотрите, это же чудесная вода! Да, мое тело науке. Если бы он не пропадал, то было бы не так смешно, как он так как пропадает. Иди отдай мое тело! Умер! Вообще-то я просто тонул в лаве. Это все просчитано. Все просчитано, все просчитано. А, то есть я сейчас, да? Да, Эдисон. Давай, давай, давай. Я должен быть безумным ученым, понимаешь, это я безумный. Отдайте мое тело науки! Так, все! Тихо. Ну. Убер! Убер, Убер, кто такси так? Садитесь! Садитесь! Кого подвезти? Места не хватает, дайте сяду! Эшкеле! Эшкеле! Поехали! Эшкеле! Я иду! Эшкеле! Поехали, поехали! Так, что-то у вас там сидит, совсем комфортабельно. Да все нормально. Нормально сидится, ну все тогда, не умничайте. Да, вы меня не довезли до дома Пушкина. А вы мне не заплатили. Да, я да, готов. Да. А мы уже давно готовы, давай. А мы уже даже знаем, что ты будешь показывать, да, Игорь? Да, мы уже все знаем, уже да. Ну, мы уже предугадали, можно, да. Хорошо, хорошо. Все, 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 я пошел, я пошел. Я здравствуйте, я всегда хотел узнать, а как вы ходите в туалет? У вас же нет пипирки. Подождите меня! Живу я как поганка! А мне летать охота. Это печально, это не смешно, это печально на самом деле. Печально. Моя жестянка! Живу я как поганка, да. Вообще-то я ученый, да, я ученый. Знаешь, сколько всего я изобрел за свою жизнь? Ну покажи, покажи нам новое изобретение. Давай, давай, изобретение. Смотри, ты думаешь, что это желтая шерсть? Нет, это куб мочи. Вы так резко на меня посмотрели, типа. Типа ты не в нашу душу, ну уходи. Ладно, ребята, я пришел. Так, ладно, кто там следующий? Ты! Ты! Я? Да. А да, ты уже показал. Вы смотрите, вы совсем уверены, что я показываю? Просто как бы типа у меня не совсем скины тут, понимаете? Да ничего, ничего, ничего. Вообще-то мое дело изобретать всякие научные штуки. Мы поняли, мы поняли, да. Эшкале! Давай! Жареная кукуруза, горячая кукуруза, пахлава, миди, ярапаны, покупайте горячую кукурузу, покупайте... Бабуль, бабуль, спиннер, спиннер, есть ты... спиннеры, спиннеры! Конечно же есть, смотри! Рекламная пауза, смотри, сколько спиннеров! Спиннеры, спиннеры!
Жак, тебе тоже спикер держи. Так, внучок, ты кажешься слишком дрищавым. Покушай, Пирог. Бабуля. Заботливая, заботливая бабуля. Не хочу отъехать. Так, а у тебя, тебе нужно побриться. Побрейся, вот тебе бритв побольше. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас побрею, сейчас побрею. Все будет нормально, бабуля. Побри бабулю уже. Бабуля, бабуль, давай мы тебя побреем. До свидания. Быстро спать всем. Хорошо, все, все, никто ничего не делает. Спать. Ой, ненормальный. У тебя дровосек бабуля не могу понять. У меня уже, знаете, как вот эта штука называется? Как, купирос, не купирос, а как? Папирос, 228, папирос. Да, ноги в твою мать, буду какаки, я понял, давай. Как уже собаки Наруто после 40 наступает, у женщин после 40 наступает, что? Менопауза. Менопауза, ты бесплодие. Что? Давай, Эйза, начинай! Давай! Что такого нет? Было уже. Да я понимаю. Понимает. Да не обращай, не обращай. Ах, ты ж говно, давай, иди сюда! Да нет! Да подожди ты, не надо! Съешь меня, съешь меня. Съешь меня, съешь меня. Ой, как прям! Ой, понеслось, понеслось, пацаны, понеслось. Мне кажется, я не люблю писку. Это кто? А, Ир, ты что, не знаешь Сакс Гая? Это именем. Это... Пацаны, вы просто грибы, я очень ничего не понимаю. Отпустите меня, пожалуйста. Ааа, подожди, подожди. Брат, братан, братишка, подожди. Сейчас реально голова кружится начала, Эдисон, ты какие-то очень противозаконные штуки творишь. Мне кажется, тебе очень противозаконные. Противозаконные. Так, ребята, я готов. Я готов нажимать на свой рычажок. Давай, давай, Эдисон. Что здесь происходит? Очки надо! Мне нужно селфи, селфи, селфи! Очки надо! Надо чашки! Очки надо! Паренек, очки надо чашки! Какие очки, я гриб, дебил! Гриб! До свидания, до свидания! Я гриб, он мне очки предлагает, я сейчас с ума сошел. Так, ну короче. Чемпион мира, чемпион! Чемпион, ага! And gentlemen! А то и сейчас будет смешно, да? Будет смешно? Игорь и Хэппила! Давай со мной на ринг. Нет, ты жирный как пельмени, с тобой не пойду, наверное, раздавишь. Со мной давай, тухрячок, давай! Пошли! Да там мне сложно вообще присадать, поэтому я просто постою тут. Я поваляюсь в пельмени. Так, мне кажется, нужно заканчивать это, потому что, понимаете, я тут чемпион. Верный как пельмень, да, будем заканчивать. Сейчас я с тобой сделаю то же самое, что сделал с ней. Всё, не надо, Да, давай, заканчивай. В общем, да не надо, давайте будет в следующей серии, если мы, конечно, наберем лайки. Наберем много лайков на всех трех видосах, и мы обещаем, просто обещаем, то, что вы еще одна серия не смейся челлендж. И я шкаляю, и многое другое, вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. И все. Вот. Да, и знаете что, есть в инстаграме, короче, у нас ссылочки, там есть инстаграм, ВК, вот туда вот тоже заходите. Да, мы самые красивые парни, поэтому нужно как бы подписываться на инстаграм. Да, потому что нужно подписаться на сексуального украинца, всем пока. Не, на жирное пельмени как бы... На пельмени точно не надо, пельмени вообще в пролете. Так, а ну-ка я не понял, что это такое вообще. Спасибо, до свидания.